Отношения Москвы и Душанбе сегодня будут обсуждаться на высшем уровне. Владимир Путин проведет переговоры с Имамом Али Рахмоном, который прибыл в Россию с официальным визитом. Накануне вечером президент Таджикистана уже встретился с Дмитрием Медведевым. В первую очередь говорили об экономическом сотрудничестве. Товарооборот между нашими странами растет. Обсудили также вопросы культуры, безопасности и актуальные международные проблемы. Я уверен, мы сможем согласовать позиции по развитию двусторонних стратегических отношений между Россией и Таджикистаном и наметить пути развития этих отношений на будущее. По итогам прошлого года товарооборот увеличился почти на 9%, и в этом году с начала года идет хорошими темпами. У нас есть сегодня о чем поговорить, вопросы не только торгово-экономические, но и вопросы регионального безопасности. Да, обязательно. По итогам визита Имама Али Рахмона планируется подписание целого пакета документов, в числе соглашения о улучшении условий поставок сельхозтоваров из Таджикистана в Россию, а также сотрудничество в вопросах миграции.